На встрече собрались представители диаспор, проживающих на территории региона. Кубань – край многонациональный, и здесь главная задача для всех народов, отметил Вениамин Кондратьев, сохранить мир и стабильность в крае. Что касается стратегии национальной политики, я хотел бы, чтобы этот документ рождался не в кабинетах чиновников, а вот все вместе, в диаспорах, в центрах национальных культур. Он прошел обсуждение. И мы должны его сделать, на самом деле, живым, действенным уставом, жизнеспособным. И кто бы к нам ни приехал, какой национальности, все должны понимать, что они должны жить по этому уставу, по этой стратегии. Еще раз подчеркиваю, мы все вместе отвечаем за эту стабильность межнациональную. Сегодня в Краснодарском крае проживают более 120 народов. И то, что Кубань входит в число динамично развивающихся, сильных, стабильных и безопасных регионов страны, отметил Вениамин Кондратьев, это результат большой работы каждого проживающего в крае.